школе номер 4 аула Хачимзи долгожданный ремонт, замена кровли. В этом году ей исполняется 55 лет. Капитального ремонта крыши не было здесь ни разу. Лишь своими силами старались поддерживать ее в надлежащем состоянии. Но с каждым годом это становилось все труднее и труднее. После обильных дождей крыша часто давала протечки. И вот благодаря финансовой поддержке администрации района мечта педагогов и родителей осуществилась. К ремонту приступили рабочие бригады подрядной организации ИП «Киргашев». На обновление учебного заведения из районного бюджета было выделено порядка чуть больше 1 миллиона рублей. Работы здесь идут уже полным ходом. Подрядная организация монтирует первую половину крыши. Подготовка к 1 сентября в нашей школе идет уже с начала июля. Именно тогда уже стартовали внутренние работы, отделочные работы и снаружи, и внутри. Был произведен косметический ремонт всех кабинетов практически на сегодняшний день. Завершены работы. Внешняя сторона фасад были тоже покрашены, приведены в порядок. Постоянно проводится покос растительности на территории школы. Но, естественно, самое крупное, самое долгожданное строительство, самый долгожданный ремонт – это замена крыши. Здание 68-го года, и вполне естественно, что уже начали просидеть балки, шифер уже надо менять. Ну, спасибо большое администрации района, что поддержали, приняли этот план. И вот недели полторы назад начались уже работы по возведению новой крыши. Ну, надеюсь, для 64 учащихся, которых мы ожидаем к 1 сентября, это будет хороший подарок, потому что нередкость была, когда дети просто были свидетелями обвалки, штукатурки с потолка. Ну, надеюсь, этого уже больше не будет, и действительно к новому учебному году будет уже обновленная школа. Несомненно, эти преобразования позволят улучшить условия обучения учащихся и условия труда педагогов, что, в свою очередь, безусловно, позволит повысить качество образовательного процесса. Кроме того, к 1 сентября планируют благоустроить и школьный двор. Это установка нового забора. Ремонтные работы идут согласно графику и находятся под постоянным контролем районной администрации. Объем работ большой, и все необходимо сделать в сжатые сроки. 1 сентября наша школа встретит своих учеников обновленной и красивой, заверил нас директор школы Султан Сиюхов.